Всем привет, ребят! Приветствую на канале Lagoon Play. Впервые делаю обзор на трейлер игры долгожданного продолжения The Last of Us. Один из нас. Сейчас вот идет первый самый трейлер, который вышел в 2016 году, в декабре. Маленько, пока он идет, немножко расскажу. В общем, The Last of Us озвучили, что появится игра, как я только что сказал, в 2016 году, но трейлер был такой мутноватый. Даже многие, вот в концовке расскажу, что подумали. Потом в 2017 году был второй трейлер, в 2018 третий, и вот в 2019 году, вот буквально часов 8 назад, вышел на шоу State of Play четвертый трейлер. С датой, самое главное, с датой выхода игры. Ну, кто не знает, увидит дальше, когда игра выйдет. Ну, в принципе, можно сказать, скоро. Осталось немножко. Что же по игре? По игре мы видим, что Элли выросла. Она уже не та маленькая девочка. Ну, по трейлерам, соответственно, не по самой игре. И может за себя постоять. Ролики, трейлеры, вот, которые были, 4, довольно-таки кровавые. Я бы даже сказал, содержащие очень жесткие сцены насилия, в которых в первой части 100% такого не было. Это однозначно. Ну, не знаю, вот один был трейлер геймплейный, вот если там будет в игре то же, что было в этом трейлере геймплейном, то эта игра будет просто бомба. Вот в этом первом трейлере показали, что Элли сидит в доме, где куча трупов, и заходит Джоэль. Многие подумали, что Джоэль мертв, она видит его призрак, что Джоэля нет живых уже, он умер, либо погиб еще как-то. Ну, это были догадки. В принципе, я в эту теорию не верил сразу же. Не могли Найти Дог поступить так с персонажем, который полюбился миллионам игроманов, просто взять его и убить. Естественно, вот в этом четвертом трейлере все вопросы по жизни или смерти Джоэля убираются. Джоэль жив. И это, в принципе, правильное решение. Но, думаю, сейчас посмотрим трейлер, ну, немножко забегу. Джоэль, наверное, будет выполнять... Ну, вот спрашивает, что ты наделал? А? Ну, что ты, что скажешь на это? И сейчас посмотрите ее взгляд, это просто жесть. Сверхмотивированная. And I'm gonna kill. Да, найду и убью их всех. Да, найду и убью их всех. Было непонятно, в чем же причина такой ее вот настроя. И следующий трейлер объяснили, в чем. Оказывается, у нее появляется любовь, девушка Дина. Там даже поцелуйчик будет небольшой. Вот, ну... Peggy 18. Отвлекемся, начнем к трейлеру, который вышел буквально вот несколько часов назад. От 1 до 10. Как бы ты оценила наш вчерашний поцелуй? Посмотрите, кто решил присоединиться к нам. You all know the drill. Хорошо, вы знаете правила игры. Run your routes, mark your log books. Едьте по своим маршрутам. You run into anything you can't handle. И бегите от всего, что не сможете, с всем не сможете справиться. You come back. И возвращайтесь. Дина, ты где?
Отцепись от меня. Пожалуйста, не надо. Нет. Томми. Я должна закончить это. Ты даже не представляешь, во что ввязываешься. Что ты делаешь? Ты даже не знаешь, насколько большая эта группа. И как они вооружены. Мне все равно. Ты не сможешь остановить это. Ну и вот он, главный момент. Джоэль. Какого черта ты здесь делаешь? Ты думал, я позволю тебе сделать это одной? И так выдохнула вообще. Ну и смотрим, когда выходит игра. Игра выходит 21 февраля 2020 года. Ну а теперь обзор, наверное, трейлера. Небольшой так. Ну, что самое главное. Видим, что Дина и Элли в каком-то лагере большом. Сейчас посмотрите, как закрывает она глазки. Явно она, Дина, любит Элли. И вопрос такой совершенно понятный. И как Элли задумалась. Видимо, ей поцелуй понравился. Дальше мы видим, что действительно очень большой лагерь. Обратите внимание, там дети есть даже. Что Элли и Дина выезжают на какую-то вылазку. Возможно, сперва не в общем, вы поехали с бандой. А потом видим мы, вот, что они уже вдвоем. На вылазке они вдвоем, больше никого нету. То есть это и предупреждает, что что-то увидите, уезжайте. Момент, что Элли падает. Падает, да, и, соответственно, Элли кого-то слышит. Слышит нашего старого знакомого. Офигенно. Все. Дальше происходит что? Происходит того, что она Дину теряет. Дина без лошади. Мы видим, что Элли с двумя лошадьми. Элли ее зовет по пути. Она находит дом. Заходит в этот дом. Неплохой такой домик, посмотрите. Отличный домик, мне он нравится. Шикарно, все сделано. В домике она видит подвальчик. Там следы крови. Я предполагаю, что ребята какие-то каннибалы. Возможно. Естественно, Элли обезоруживают. И при Элли Дину убивают. И она встает на путь мести. Все. Следующие части. Она уже вся побита, каким-то образом она спаслась. К ней приходит Томми, брат Джоэля. С каким-то подарочком, видимо, едой. Она говорит, что я готова к бою. Мне надо это закончить. Мы видим, что она уже на лошади едет в каком-то большом городе. Томми ее отговаривает. Ты не понимаешь, что ты ввязываешься. Насколько это большая группа. Затем мы видим в кадре, что она уже едет на лодке. Посмотрите, группа действительно большая. Насколько вооружены. Элли ранили. Ну, ей все нипочем. Рэмбо. Собирается она и начинается показ экшена. Перестрелки, в основном люди. Да. И вот на момент самый главный трейлера мы увидим новых каких-то здоровенных монстров. Грибных. Здесь потом мы видим собачку. Вот, мне очень понравился. Ходячие мертвецы. Показался мне сериальчик. И вот самый тоже очень интересный момент. Смотрите, она по руке понимает, что это родной ей человек. Это не преступник. Какого черта ты здесь делаешь? А это Джоэль. И еще очень момент мне понравился. Смотрите, какое он лицо сейчас сделает. Смотрите. Ха, типа, киллер вернулся. Я тебе не позволю сделать это один.
В его взгляде видно, что будет Мочилова и с его участием. Вот так вот. Я предполагаю, что будет главный герой Элли, а второстепенным будет Джоэль. Все будет наоборот. Посмотрим, что будет. Спасибо.